Дворце культуры многолюдно. Поздравления и теплых слов ждут сидящие в зале мамы, жены, сестры и дочери. Женщин называют лучшей половиной человечества. Они дарят жизнь, вдохновляют мужчин на подвиги, обеспечивают надежный тыл и поддерживают тепло домашнего очага. Дорогие армавирочки, так ласково обратился к присутствующим в зале дамам глава города Андрей Харченко. Вам еще раз сказать самые добрые слова, потому что каждая из вас является мамой. И вот такая песня была в начале сегодняшнего мероприятия, трогательная. Я хотел бы сказать, что для каждого из нас самый дорогой в жизни человек – это мама. Хочу пожелать вам самое главное счастье, чтобы вы были любимы, чтобы вы были здоровы. Хочу вам пожелать верных мужчин, прекрасного настроения и всего самого доброго. С праздником вас! Женщина – это для мужчин всегда загадка, которую они пытаются разгадать всю свою жизнь. «Берегите их», – призвал мужчин заместитель председателя городской думы Федор Иншаков и сделал свой прогноз – грядет век женщин. Женщина всегда занимала главное место в нашем обществе. Мне вообще кажется, что нынешний век, вернее, век грядущий – это век женщин. У меня есть на этот счет критерии. Вот когда моя семья была молодой семьей, у меня родились двое сыновей. Сейчас у меня родились две внучки, и мне кажется, в этом году будет еще третья. Поэтому я считаю, что это грядет век женщин. Прекрасным подарком для всех жительниц Армавира стал праздничный концерт. В этот раз на сцену выходили самые талантливые исполнители города. Студент Аиста Антон Климов буквально покорил дам своим голосом. Приятным сюрпризом стало выступление Аркадия Евтушенко, участника суперпроекта «Голос». Прекрасное настроение всем жительницам в канун праздника подарила студия бального танца «Юность» Дворца детского и юношеского творчества. А затем музыкальную эстафету армавирских звезд переняли гости из краевой столицы. Вокалистки эстрадного ансамбля «Сонет» Краснодарской филармонии, обладательницы красивых голосов, буквально покорили зал, создав на сцене атмосферу молодости и красоты. А солнце светит всем одинаково, любовь идет под разными флагами. Встречай же ее, открой, дыши, реальная жизнь. Прекрасная музыка сделала свое дело. На лицах появились улыбки, в глазах искорки счастья. Очень хочется, чтобы весеннее настроение подольше гостило в сердце, а вдохновение не покидало милых дам и после праздника. Лариса Юровская, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».